Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я не знаю, что делать, как быть, выгнала гражданского мужа, с которым мучила 16 лет, в нищете, обмане, зле. Боюсь, чтобы он нам не навредил каким-нибудь образом, справлю, угрозы уже были с его стороны, справлюсь ли с детьми без него. Ну, на мой взгляд, а вы немножко ошиблись с разделом, вот, чуть-чуть, потому что мне, ну, мне показалось, да, что вы свой вопрос задаете в раздел психологии, а по факту получается, что вы задаете его в раздел эзотерики, потому что спрашиваете, что, получится ли у вас что-то или нет. Вот. Так что я думаю, что вам тут, конечно, ну вот нужно, наверное, переадресовать свой вопрос, да, вот немножечко в другой раздел, если вы хотите. Ну, хотите, если получить ответ, вот, тут я думаю, что вы ответа, ну, вот, как такового, да, тут, наверное, вы не получите, вот, потому что психолог все-таки не занимается тем, что предсказывает будущее, да, психолог все-таки занимается тем, что помогают человеку разобраться в себе, вот, в своих, значит, ну, проблемах, в своих сложностях. Вот, и ни в коем случае не занимается тем, чтобы предсказывать будущее, потому что это несколько ненаучно с точки зрения, по крайней мере, с точки зрения психологии, это вот. Это так. А я думаю, что не так важно сейчас то, что справитесь ли вы с детьми или нет. Вот, потому что я думаю, что какая-то нужда, да, она как-то аккумулирует ресурсы, вот, и я думаю, что, ну, в любом случае шевелиться в любом случае вы будете, вот, то есть в любом случае вы будете какие-то действия предпринимать. Вот, и я думаю, что эти действия не останутся как-то без какого-то эффекта, вот, поэтому я думаю, что вопрос, справитесь ли вы с детьми или нет, ну, на мой взгляд, является не совсем актуальным. Вот. Что является, на мой взгляд, действительно актуальным, это вопрос того, почему вы 16 лет, да, получается, мучились с человеком, значит, вот, в условиях, которые вам, ну, не нравились, да, которые вам были неприятны. Вот, условия, которые вы считали для себя неподходящими. И так далее. Вот. Я не думаю, что вы хорошей идеей было бы обвинять во всем мужчину и говорить, что тут он виноват, а тут из-за него все вот это произошло. Я не думаю, что это хорошая идея. Вот, потому что, ну, как-никак отношения строят оба человека, и вы, на мой взгляд, ну, как-то вот
очевидно, вносили какой-то вклад, да, в то, чтобы вот в этих отношениях быть, которые вам не по душе. Вот. Поэтому в первую очередь вот, на что нужно обратить внимание, это на то, для чего бы вам был нужен такой партнер. Вот. Зачем бы он вам был нужен? Для чего бы вы могли вот, на протяжении там многих лет, да, 16 лет это срок большой, находиться с этим человеком, в отношениях. Вот. То, что это ну, случайно, да, ну, я не верю, вот, то, что вам это для чего-то было нужно, а вот это вот, да, да, скорее всего, значит, ну, скорее всего, ну, более вероятно. Вот, то есть нужно понять, для чего вам это, вот, нужно понять, какую потребность вы удовлетворяли в этот, ну, в этой связи, вот. А потому что если этого не понять, да, если эту потребность не начать удовлетворять, да, вот, ну, каким-то другим способом, вот, то есть большая вероятность, что новые отношения, другие отношения вы будете строить по тем же самым. Значит, ну, как это сказать, по тем же самым постулатам, да, по тем же самым моделям будет строить. Вот. И я думаю, что ну, вряд ли вы этого хотите. Да, вот, я думаю, вряд ли вы этого хотите. Вот я думаю, что, скорее всего, вы этого не хотите. Я так думаю. Вот. То есть я думаю, что вы не хотели бы, чтобы у вас были еще одни такие отношения. Вот. И, соответственно, раз так, то вам необходимо как следует над собой поработать для того, чтобы, вот, чтобы повторение этой, ну, чтобы повторение таких ситуаций, да, чтобы их не было, чтобы такого больше не повторилось никогда. Вот. А для этого необходима, в общем и целом, психотерапевтическая работа. Вот. Понимаете, да? Для этого нужно заниматься психотерапией. Вот. И если вы будете заниматься психотерапией, вот, если вы будете заниматься то, в общем-то, ситуацию получится исправить. Вот, и вы, значит, просто больше не будете вот в таких ситуациях оказываться. Вот. Более того, ну, вот, как-то хочется верить, да, что вы сможете быть вот, ну, счастливой, вот, сможете выстраивать отношения так, как хочется вам, вот, комфортных для вас условиях, вот, и так далее. То есть вот примерно вот в таком ключе. Я думаю, вам можно ответить на вопрос. Вот, то есть двигаться вам нужно именно в этих направлениях. Вот, именно в направлении значит, психотерапии и выяснения значит, причин и обстоятельств, по которым вы оказались вот в такой для себя ситуации. Как правило, это все. Низкая самооценка, вот, как правило, это страх
одиночество, вот, непринятие, отторжение себя, вот, как правило. И, соответственно, значит, построение в общем и целом таких, ну, довольно-таки поверхностных отношений, вот, к сожалению, вот, где вот в основном такое гендерное восприятие идет партнер, вот, то есть исключительно через призму ну, мужчины, женщины, вот, то есть вот такой момент. И, в общем-то, как правило, вот, в первую очередь это то, что нужно корректировать. Вот эти моменты, то бишь, моменты, вот, связанные как раз с восприятием себя, да, и вот с отношением к себе, вот, с замечанием себя, вот, с отслеживанием своих эмоций, да, своих переживаний, вот, и так далее. То есть, вот, как правило, это вот то, с чего начинается подобная работа. Вот. А что касается, значит, того, что вы спрашиваете, вот, ваших опасений, что касается, то, естественно, ну, нельзя, наверное, сбрасывать со счетов то, что может быть всякое. И в этом случае, конечно, вам крайне желательно, чтобы у вас была поддержка, вот, в том числе поддержка правоохранительных органов, вот, которые могли обеспечить вам необходимую защиту. Вот. Если присутствуют вот какие-то нарушения. Вот. То есть, опять же, этим нужно заниматься. Вот. Ну, я думаю, что при вот, во-первых, восстановление равновесия вашего, да, при проживании развода, вот, а дело в том, что каким бы плохим, да, как бы вам плохо не было бы с вашим мужем, вот, но расставание с ним в любом случае это травма для вас. Вот. Потому что, ну, здесь привычка, да, здесь какой-то быт и так далее. То есть вот это все, да, оно, конечно, вот, о себе знать в любом случае ну, даст, вот, поэтому, к сожалению, вот, скорее всего, вы травмированы, и работать нужно с травмой, вот. А дальше уже, я думаю, что у вас появятся ресурсы для того, чтобы двигаться вперед к
как на твоем теле. Вот. Потому что сейчас совершенно очевидно, да, что вы вот всю свою ценность, да, сводите, получается, к роли жены и роли матери. Вот. То есть обратите внимание, да, на то, что вы, ну, на мой взгляд, очень сильно себя обесценили. Вот, на мой взгляд, очень сильно себя обесценили и сузили вот свою ценность до вот этих вот двух моментов, да, до вот этих вот двух аспектов. Вот, и, ну, естественно, что, ну, ничего хорошего от этого ждать не приходится, вот, ну, потому что все, что вам не достает, да, вы будете пытаться дополучить извне. Вот. Соответственно, будете искать вот такого человека, который сможет вам это дать. Вот. А человек, может быть, вам это и даст, но так не просто так. Человек, ну, может попросить что-то взамен, вот, вполне, ну, вполне нормально, что вот, человек может, вот, значит, ну, начать что-то требовать. К сожалению, к большому сожалению. Вот, от этого тут уж, к сожалению, никуда не деться. Вот, и вы можете на этом очень нехило так вот, ну, погореть. То есть, ну, в принципе, как вот уже, ну, как уже случилось, по сути. Вот, как вы уже, в принципе, погорели и страдали вот, в течение вот большого такого количества времени, получается. Вот, что, конечно, очень печально. Вот, но в этом смысле вам тут нужно просто оказать, ну, поддержку, вот, поддержку нужно, вот. И я думаю, что, в принципе, все будет в этом смысле в порядке у вас, вот. Вот, то, что я могу вам сказать сейчас, ну, с точки зрения психологии и психотерапии. Вот. То есть сначала мы работаем с травмой вашей, вот, которая, ну, у вас вот есть травма расставания, да, травма развода, еще может быть что-то. Что-то у вас будет. Вот. И, соответственно, дальше можно будет уже работать вот в тех направлениях, да, которые, ну, вы для себя сами могли бы выбрать. Это может быть, в принципе, все, что угодно. Главное, вот, чтобы вы как-то начали решать сами. Ну, да, сами стали, начали решать, ну, то, что касается вашей жизни.
Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Всего вам самого доброго.